Всем привет! Вы на канале Blockchain Queen. И сегодня мы поговорим о проекте Creditor Data Platform. Это платформа купли-продажи отказных кредитных заявок. Платформа помогает одним кредитным учреждениям продавать свои отказные кредитные заявки другим кредитным организациям и наоборот. С помощью кредитора искусственного интеллекта кредитные компании смогут еще эффективнее вести свою деятельность за счет оптимизации маркетинговых издержек, вызванных в связи с особенностями работы модели оценки рисков, а также иметь возможность покупать уже верифицированные лиды у других участников по более низким ценам, чем в других стандартных каналах привлечения клиентов. Какие же существуют особенности проекта? Особенность проекта заключается в том, что с его помощью кредитные организации смогут работать еще эффективнее за счет снижения общего СС, а также увеличить на порядок свою базу пользователей с помощью работы с таким новым узкоспециализированным каналом. Кредитор – это маркетплейс отказных кредитных заявок. Платформа реализована в виде аукционной модели, где одни кредитные компании могут продавать свои отказные заявки другим компаниям, либо наоборот. Покупка анкет реализована в виде бота, который по заранее указанным параметрам – это данные анкеты, пороговая стоимость для заявки и другие – он покупает по поручительству клиента определенный портфель заявок на займ. Их цель – революционизировать рынок обработки данных посредством децентрализованного обмена данными, где отдельные лица могут продавать достоверную и проверенную личную информацию покупателям и брокерским данным. Они показывают, что такая экосистема имеет полезные варианты использования не только для отдельных лиц, но и для организаций, некоммерческих организаций и исследователей, позволяя отдельным лицам делиться данными с покупателями и иметь доступ к проверенным персональным данным. Рынок данных растет экспоненциально, причем самыми крупными победителями являются компании социальных сетей и брокерские услуги. Пользователи невольно соглашаются на монетизацию своих данных этими компаниями без какой-либо доли дохода или вознаграждения. Трудно не согласиться с выводами о том, что существует четкая потребность в решении, которое стимулирует и позволяет пользователям требовать их цифровые права. Их предложение представляет собой платформу, основанную на технологии блокчейн, позволяющей людям контролировать, отслеживать и получать вознаграждение за обмен данными. Такое решение дает возможность получить вознаграждение за предоставление личной информации, доступ к аутентичной проверенной информации, а также для бизнеса, чтобы уменьшить риск по отношению к бедным и ошибочным данным. На сайте нам также предоставлен список их основной команды разработчиков. Также на каждого из них имеются ссылки на такие социальные аккаунты, как LinkedIn, Instagram или Facebook. Далее давайте рассмотрим рейтинговую оценку проекта на сайте ICO Bench. На ICO Bench мы видим рейтинговую оценку 4.3. Также ниже здесь есть информация о продаже и информация о их токене. Главная продажа состоится 3 октября и продлится она по 3 февраля 2019 года. Знак токена сокращенно CDPT. Цена одного токена составляет 0,44 миллионных эфира. Принимают они биткоин, эфир, литкоин и нео. Минимальная сумма сбора указана 2 миллиона долларов, максимальная 20 миллионов долларов. Страна США. Также всем инвесторам нужно будет пройти whitelist. Ограниченные зоны – это США и Сингапур. На сайте вы также можете подписаться к ним социальные аккаунты, такие как Facebook, Reddit, Twitter, Telegram и так далее. Социальные сети Facebook, на них подписано 532 человека. Последняя новость была опубликована вчера в 2 часа ночи. Этой записью поделилось 4 человека и отметку «понравилось» поставило 3 человека. В социальной сети Twitter у них читатели 129 человек. Последняя новость собрала 10 лайков, и этой записи поделилось 9 человек. На этом свой обзор хотела бы закончить. Всем спасибо, пока!